Знакомьтесь, боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 29 лет, рост 195 сантиметров, вес 93 килограмма ровно. 29 зон, his stand 195 сантиметров tall, official weight 93 kilos even. Профессиональный рекорд 36 боев, 21 победа, 15 поражений. His professional record 36 bouts, 21 victories and 15 defeats. Его стиль ММА, ladies and gentlemen, his style is ММА, representing Villeurbanne, France, Malik Merah. И его соперник в красном углу клетки, ему 25 лет, рост 184 сантиметра, вес 93 ровно. Профессиональный рекорд 5 боев, 4 победы, 1 поражение. Его стиль – вольная борьба. Дамы и господа, из Хасавюрта, Россия, Иса Умаров! Да, интересное противостояние, уже под 100 килограмм оба весят, то есть, опять же, да, видим разницу внешне этих бойцов. Ну, посмотрим, помогут ли они гостю из Франции. Да, будет ли иметь какое-то превосходство он за счет длины своей конечности, за счет превосходства в росте, за счет большего количества проведенных боев в октагоне. Ну и смотрим, у нас первый раунд. Итак, в разносторонних стойках начинают этот поединок бойцы. В стойке левши его начинает Иса Умаров. И в стойке правши у нас работает пока французский боец Малик Мерад. Отличный перевод в партер сразу делает Иса Умаров. В кавгарде находится Иса Умаров. Пытается к себе его прижать Малик. Уже небольшая сечка у Малика на виске. Пытается достать ногу Иса. Локтями обрабатывает бедро Малика. Хорошо занимает боковое удержание Иса Умаров. Я думаю, отличать этих бойцов у вас не будет никаких проблем. Локтями. Да, локтями расколачивает ногу своего соперника. Сейчас достаточно успешный Иса Умаров. Ну и судя по тому, как ведет себя Малик Мерад в партере, не очень он к этому готов, потому что никаких технических действий от него, находящегося в положении снизу, мы не видим. Раз за разом отбивает уже синее бедро Малика Иса Умаров. И такими, казалось бы, легкими, но точными попаданиями в печень наносит удары рукой Иса Умаров. Хорошо колено вставляет в корпус. Вывел, да, себя на эту позицию Иса Умаров и нанес удар коленом. Пока никакого преимущества Малику Мераду не дает его рост и внешние преимущественные габариты. Хорошо делает распятие Иса Умаров. Отжимает руку, но вытаскивает ее Малик. Но в любом случае, тот тоннаж, общий тоннаж вот этих ударов, конечно же, не может не сказаться на французском бойце. Это сильно изматывает. Но у нас еще 2 минуты до конца первого раунда. Занимает позицию север-юг Иса Умаров. Переходит на боковое удержание с другой стороны. Ну и только вязать пока. Вязать сейчас только пытается. Сейчас Малик Мерад. Ничего придумать он из этого положения не может. Отжимает снова
одну руку Иса Умаров в очень неприятном, тяжелом положении находится Малик Мират. Да, и начинает такие наносить левый крюк. Уже разбито лицо у Малика Мирата. Пока бесспорное преимущество в партере у Иса Умарова. Он снова начинает обрабатывать корпус своего соперника. Положение север-юг. Попытки встать Маликой. Иса Умаров присягает на корню сразу же. Снова отжимает снизу руку, прижимает, хорошо контролирует ее ногой, но вытаскивает Малик Мират. Еще умудряется Малик Мират беседовать со своими угловыми, да, успевает он. Находясь в не самом веселом положении сейчас. 20 секунд до конца первого раунда остается, да, очень насыщенный первый раунд. Даже незаметно пролетели эти 4.50. И очень много принял на себя ударов в этом первом раунде Малик Мират. Конец первого раунда. Я думаю, в этом раунде двух мнений точно быть не может, за кем он остался. Да. Снова в левше находится Иса Умаров. Сразу идет вперед Малик. Да, очередной перевод. Подхватывает ногу. И уже в первой минуте второго раунда оказываются наносили бойцы. И он снова так начинает расколачивать своего соперника Иса Умаров. Методично. Посмотрим, будет ли он переходить на какой-то болевой или удушающий, или продолжит также наносить удары. Крестит ноги Малик Мират. Ну, ему навряд ли это поможет. От него требуются более активные действия, более активные действия. Ну, попытка встать, я думаю, не увенчается для него успехом. И Иса Умаров не счастливит его этим моментом. Контрит и переворачивает Малик Мират. Малик Мират, да, и находится сейчас сверху. Посмотрим, что сможет сделать Иса Умаров в данном положении.
Он отвечает Малику Мираду тем же самым. Абсолютно верно. Так же контрит, переворачивает его. И вот сейчас уже сам находится сверху Исаумаров. Во второй раз пытается Малик Мират прихватить руку, дабы исполнить тот же переворот. Ну, я думаю, Исаумаров уже это понял и навряд ли... Не даст второй раз сопернику совершить такой же. Тем более бойцы находятся возле сетки. Переворачивает особо-то и некуда. Вылазит Малик Мират. Положение маунт. И снова находится сверху, да. Опять небольшой диалог со своим угловыми, да, успевает, обменивается еще французский боец какими-то репликами со своими угловыми. И наносит плотные точные удары по голове Самураева. Пытается вязать Исаумаров своего соперника, но как-то нужно ему выходить из этого неприятного для него положения. Неприятное положение находится Исаумаров. Разворачивается, отдает спину. Попадает раз за разом Малик Мират. Начинает такими вот колотушками, да, наносить молотками сверху. И еще больше минуты остается до конца второго раунда. Ну, надо вставать либо активно защищаться, иначе остановит рефери этот бой. Отдает спину, совершенно не видит, откуда летят удары Исаумаров. А француз уверенно. Да, и остановка поединка. Рефери останавливает поединок. А француз уверенно забирает победу в этом бою. Да, и после такого доминирующего... Лукаш Басацкий остановил поединок через 4 минуты и 4 секунды второго раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Лукаш Басацкий, stops this contest in 4 minutes and 4 seconds of round number 2. Техническим нокаутом добивание. Победу одержал, and your winner by tactical knockout, Dodgers, Малик Мират! Да, и в этом бою победу одержит Малик Мират, боец из Франции. Без сомнения, уважение его сопернику Исаумарову. Надеемся, он сделает какие-то коррективы в своей тактике. А вот у нас интервью с победителем. Merci à tous de m'avoir accueilli. J'aimerais remercier Guillaume Pelletier, avec qui je suis venu. Mon sponsor TRP. Yes, merci, Jamel. Mon sponsor Cyril Bravet, de PSP. Кен-кен, Момо, я еще в Руси. Ну, судя по всему, Малик Мират передает всем привет. Да, благодарит своих спонсоров, свой тренерский штаб. Мы видим, он в прекрасном сейчас расположении духа. Доволен своей победой. Тренеру, спонсору и благодарит публику, питерскую публику за поддержку. Спасибо.